В этом году спортивной любительской организации «Береговая волейбольная лига» исполнится 15 лет. Каждый год лига проводит 12 турниров, в которых участвуют без малого 2000 человек. В год юбилея наша редакция решила взять информационное шефство над лигой. Опыт энтузиастов достоин изучения и повторения. И наш первый репортаж о первом турнире нового года. Береговой волейбольной лиге исполняется 15 лет. У ее истоков стоит идейный вдохновитель Алексей Беленький. Это настоящий капитан, который до сих пор ведет свое детище к новым горизонтам. Первые года нас было совсем немного, 5-10 команд. Но со временем популярность данного формата игр, а в отличие от классического волейбола, мы играем микс. На площадке 4 мужчины и 2 женщины во всех командах. Формат становился популярным, приходили более сильные игроки, интересные команды. Со временем мы выросли и из Новосибирска, шагнули по всему Сибирскому федеральному округу и даже за его границы. Уже скоро к играм береговой волейбольной лиги могут присоединиться и команды Алтайского края. Сейчас в рейтинговом чемпионате соревнуются более 70 команд. И схема турнира, выверенная годами, позволяет проводить матчи с участием свыше 700 игроков всего за 2 игровых дня. На данный момент в лиге официально зарегистрировано более 1700 участников. На площадках есть место и для новичков, и для профессиональных волейболистов. От кандидатов в мастера спорта до игроков международного класса. В береговой лиге многоуровневая система переходов из одной группы в другую. С каждым новым чемпионатом команда, набирая нужные очки, повышает свой рейтинг. В отличие от других любительских лиг, мы не делаем никаких ограничений по классу игроков. То есть мы не запрещаем игрокам, играющим на любом уровне, принять участие в играх нашей лиги. И условие только одно. Любая новая команда приходит изначально в стартовую группу, нишу на этот момент. Вот, если бы новая команда заявлялась сейчас, она бы заявлялась в группу «Ж». И если эта команда в первом за своем турнире рейтинговом займет первое либо второе место, то есть примет участие в финальной игре, на следующем турнире оно будет играть уже в следующей группе выше. В одной из встреч чемпионата на площадке играли команды группы Е. Коллектив из Северска с одноименным названием и Новосибирский клуб любителей волейбола. С 2007 года мы ездим, нам очень нравится, у нас сложился очень сплоченный коллектив. Может быть, мы не такие профессионалы, как некоторые другие команды, но у нас есть дух. Есть хватка такая, которая позволяет немножко держаться, бороться. Ну, в общем, стараемся, двигаемся, живем волейболом. Береговая волейбольная лига бурно развивается. В регионах будут созданы специальные отделения. Кроме того, осенью этого года под флагом лиги пройдет уже третий международный турнир за пределами России. Согласие и поддержку в очередной раз выразила Турция.